Несмотря на сложные условия пандемии, предприятия продолжают развиваться. В Мурманске предприниматели подали заявки на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области» 2021 года. Подробности далее. Залог успешного развития любой компании – это постоянное расширение и совершенствование продукции. Но знак качества, который так привлекает клиентов или покупателей, еще нужно заслужить. Например, участвуя в конкурсах производителей. Один из таких – лучшие товары и услуги Мурманской области. Предприятия и организации могут представить свои товары и услуги, рассказать о них. Соответственно, это может служить определенным таким ориентиром или маяком для потребителей о том, что данный товар или услуга, которую производит или представляет то или иное предприятие, они достаточно высокого качества, и потребитель может на это ориентироваться. Многие производители, участники конкурса, давно известны не только жителям региона, но и всей страны. И тем не менее, представители предприятий уверены, участие и победа помогают повысить популярность продукции. Это региональный этап. Мы, конечно, в финальном этапе всероссийском брали награды. Допустим, в 2019 году до пандемии наши пельмени вошли в лучшую сотню России. Мы этим гордимся очень. Лауреаты конкурса смогут использовать знак «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» для продвижения, а победители поучаствуют во всероссийском состязании «100 лучших товаров России».